Не прошло и 5 дней. Жители нескольких 9-этажек на улице Татимбета возмутилась ситуация с очередным порывом на трубе. После прошлой аварии, которую устранили забиванием ЧОПа, прошло немного времени. Еще труднее было добиться восстановления асфальта. Ирина Вабищевич с подробностями. 21 июля данный участок уже ремонтировали. После этого где-то через месяц засыпали его. Произвели, получается, работы, заасфальтировали. После этого, ну вот буквально сколько прошло, опять прорыв, опять же на этом же участке дороги. Опять эта же труба, скорее всего. Это единственный путь, единственная дорога к школе с этой стороны, со стороны Татимбета. Вот к этим домам, к тому дому, Татимбета 5/2, Татимбета 5/5. Сейчас опять здесь начнется аврал. Не выйдешь, не заедешь. Очередной порыв на водопроводе за домом 14 на Татимбета возмутил жильцов. И все потому, что не так давно в данном месте уже была авария. Затопила окрестности. Жители нескольких многоэтажек находились без воды. Важное транспортное сообщение было перекрыто. Шок вызвало то, что в гнилую трубу забивали ЧОП. А затем место разрытия закидали и уехали. Почти 2 месяца жители добивались восстановление покрытия. Дошло до обращения в акимат, и только после вмешательства акима заасфальтировали. Мы приглашали акима Казабикби района Ильдара Сериковича. Он был вместе с куратором. Вот. Он дал задание разобраться и сделать асфальт. 5 дней назад асфальт был положен. Тут бы людям вздохнуть с облегчением, но тот ЧОП на трубе повел себя предательски. И вновь труба потекла, затопив территорию. Вновь жители без воды. И самое обидное, не успевший толком застыть асфальт, вновь расковыряли. Работы производятся с вывозом грунта. После ликвидации аварии будет спланировано сухим грунтом и щебнем. Мастер забыл сказать, что теперь не ЧОП забили, а поставили хомут. Труба в аварийном состоянии. Сколько продержится этот жимок, зависит от стечения обстоятельств. В компании монополиста не поясняют, когда этот проблемный участок устранят капитально. Но людям отвечают, что нет средств. Неужели им было, ну, это дешевле, чем пригнать вот эту всю бригаду, раскопать вот это все, забить ЧОП, вот, чем проложить эту трубу пластиковую? Просто это будет происходить постоянно. И постоянно вот эти бригады выезжают, постоянно они здесь по 3 машины, по 4 машины роют, потом привозят, засыпают. Напрашивается, что Карагандасу просто, знаете, вот работает на отшибись. Вот. Ирина Вабищевич, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал.